Dzień, dwa. To z kukarczków źle? Dwie. Ja dwie. Nie, wot. My się ich da sam berią. Как красиво в Лондоне. Посмотрите. Да. Все, побывали в Лондоне. Я на этом фоне сфоткаю. Она, конечно, травка-то, между прочим. Это большой плюс. Пахнет завтраком, да? Лондон увидели, можно домой. Ай, вредные птички поют. Только Антошка у нас оделся, как будто лето. Я-то думал, что здесь лето будет. Я знаю сейчас, как делать. У меня развязались эти, я так... Сегодня будет самый холодный день из за всю неделю. Ну, как бы, да. Сейчас 6 градусов на солнце, мы смотрели. О, отлично. That's almost perfect. Все, нашли. Берем. Вау. У нас сел аккумулятор. Мы идем за вторым. А у тебя прям уже сел, да? Но он был не заряженный, тот не заряженный. Пусть у нас будет два незаряженных. Короче, такая крутая куртка. Я хочу себе такую же. Но это здорово, потому что Антон собирался в самые последние моменты и не взял себе ничего теплого в Англию. Смотрите, какие ягоды. А, это же наша вот эта вот роза. Да, это роза, которая у меня цветет сейчас желтым, только у нас не такая здоровая. Вот эта Анюта ползет около прудика. Да. Это удивляющиеся туристы эстонские. Я теперь знаю, от кого я получила эту огромную любовь к растениям. Теперь козочка пошла. Вот на фоне речки. Как на человека повлиял Лондон. А мы пойдем в бассейн? Ну пойдем в бассейн. Вот они, вот ну, голова даже замерзла, да? Плавучие дома, они тут ветер. Живут. Смотри, видно вход вот это, да? И все в фоне цветов. И вот отсюда красиво. Чего не делаешь ради фотографии хорошей? Пенза, Пемза или Темза? Нет. Все в цветочный магазинчик идут. Покупаем билеты на автобус. На целый день? В зоны от 1 до 6, от 1 до 6. Автобус. On the second floor, yes? Второй этаж. Ребят, Лондон это второй этаж. Первый не бывает здесь, тут только второй этаж. Все на второй этаж. Все, банда. В сборе. Банда в сборе. Мы приближаемся к центру. Сзади выставка бабочек. Да, мы даже сначала хотели пойти, но Оксана сказала, что у нее настолько все распланировано, что... Что бабочки не помещаются. Бабочки улетают, пролетают. Ну, я бы с удовольствием посмотрел. Да, мне тоже. Ну, в следующий раз. Кто был на выставке бабочек, ребят, пишите, как там круто было. А, небо. Люстра. Кристофер сказал, что чтобы пройти полностью этот музей, всего-то 2 недельки нужно. Маська, ты бабушку лохматишь? Да. Не лохмать бабушку. Все, они же за тебя переживают. Да все нормально, Васянь, не волнуйся. Ой, как красиво. Хорошо, заходите. Спасибо. Тут все брендовые вещи. И очень красиво тоже. Тебе нравится? Да, мне нравится. Пусть все заворачивает. Красиво, очень красиво. Смотрите, как в старинном замке в каком-то. Сейчас мы идем в какой-то шоколадный магазин. Там все шоколадное, можно пробовать так. А, да? Или ты прикалываешься? Я прикалываюсь.
цветка. Ты посмотри, насколько вылеплены. Не выдержала Аня. Сказала, магазин вижу со скидкой Карен Миллен. Сразу понравилось. О, наподобие, Анюта, у тебя наподобие есть. О, кстати, какое. Оксан, ты посмотри. Занавеска. Супер. Очень даже на кресло похоже. Обивка кресла, оно такая, да? В нем жарко будет. Не, ну классно, у тебя очень такой стиль, тебе идет. Ну. Все, посмотрели, вот это быстро шопинг. Аню обломали. Все были против. Я хотела прям сразу все брать. Все. Все посадочные места заняты. Мы должны искать дальше. Тут мы почаще собирали. На твоего этого лунохода все так смотрят. Если ты его сейчас кинешь и побежишь, то все в рассыпную. Давай, смотри.